Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Недвижимость Турции, Paradise Alanya. В районе Оба, в новом проекте, готовом проекте, продается 1 плюс 1. Пустая квартира. С территории комплекса есть вид на крепость Алании. Расстояние до моря отсюда максимум 1100 метров. Огромный бассейн, есть фитнес, хамам, сауна с инфраструктурой. Недалеко от магазина, от этого проекта, также есть маркеты. А также до сети магазина Кочташ, это хостовар магазин, находится в районе между Тосп и Оба. Расстояние где-то 500 метров. Вот такой проект. Айдат где-то здесь будет 350 лир, как минимум. Может быть 450. По данному еще не определили. Айдат. Хорошо, управляющая компания даже будет следить за этим проектом. Квартира находится на среднем этаже. Маленькая квартира, как мне объяснили, 1 плюс 1. Я пока еще ее не видел. Вместе с вами буду смотреть. В этой стороне массажная комната, хамам. Здесь, наверное, массажная комната. Ой. Чистят сауна. Пардон, стим. Рум, римская парная и хамам. И хамам. Так. В этой стороне я въехал в это стекло. Только чисто почистили, видите, и даже его незаметно. Чуть тоже не вошел. Фитнес-зал. Игровая комната для детей. И два лифта. Один здесь. Один там. Открыта парковка снаружи. Тут подъемчик. Машина стоит снаружи, есть генератор. Значит, входим в квартиру. Здесь у нас санузел. В общем говоря, здесь вся жилая площадь 34, что ли, полезная площадь. Спальня 8,5-9 квадратных метров, чтобы понимали, вот там стройка. Полезная площадь. Кажется, по 60. 66. 4 на 6. 24. Раз, два, три, 4, 5. 3 метра на 2,40. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 115 тысяч евро. Балкончик где-то 4 квадратных метра. Но зато есть вид на крепость Алании, которая не закроется. Сторона восточная. Там восток. Пишите, звоните по номеру плюс 90-555-064-91-10. С вами был Агасий из Солнечной Алании, район Оба. Подходит под ВНЖ.